Рыбацкое счастье кончилось. Мы сходили, вот Виталий выскочил из дома к нам навстречу. Везу 4 мартушки. Это сегодня 3 сентября 2018 года, понедельник. Ну, пастух, не должна. Что-то ты одним глазом смотришь. Большая мордушка, пупковская называемая. Это вот сетчатая, арколовка называют. Ну и другие тут маленькие. Шарика сюда привели. Ой, ой, ой. Маленько вперед проведите, там видно будет. Ой, 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 ой. Да сказать охота что-то, да не может. Да речи никакой нету у него. Ну-ка. Ой, шарик, шарик. Ну что, ребята, потихоньку все снимать. И вот здесь вот мы начнем поливать. Или вон куда. Очистить от грязи. Особенно вот эту вот всю. Чтобы она была вот такая вот сетка. Вот как здесь вот. Чистенькая. Вот я где только костюм задел. Она же грязная. Смотри, какой у меня костюм стал. Только один раз прислонилась, и все. Не отмоешь. Ил. Сапропель. Ну что. Ой. Ну все, давайте на обед.